Николай Боровков. Хитрый крот. Хитрый крот пришел к врачу. Говорит: очки хочу. Под землею без очков я не вижу червячков. Врач сказал: послушай, крот, не смешил бы ты народ. У меня очки не те, чтобы видеть в темноте. Но упрямо крот врачу говорит: очки хочу. Выдал врач очки кроту. Тот спустился в темноту. В темноте надел очки. Рассмеялись червячки. Хитрый крот услышал звук и поймал 15 штук.